Я просто, если они стоят без укрытия, то даже под твоим щитом или дымом в них можно попасть. В смысле? Там же плюс 40. Просто... Смотри, тебя за, когда ты вплотную встаешь, тебе дается плюс 40 меткости. Но вот эта вот твоя защитная штука дает 40 защиты. То есть по факту оно ничего дает, ничего не отнимает, лишь чтобы если он вплотную подбежал. Плюс, если по тебе стреляет медик, у него 92-105 меткости. Блэмон иногда играет с медиками, у которых 105 меткости. 105 минус 40 будет сколько? 55. То есть у него 55% по тебе попасть, и плюс это щит, он криты не отнимает. То есть криты он по тебе может пронести, насколько я понимаю. Ну, сейчас проверим. Ну, я ставлю на то, что он действует как дым, и, по сути, тебя будет все равно проносить, если у тебя не будет укрытия. Ну да. Ну, он такое-то умеет делать. Только в прошлую игру. Да. Да, в прошлую игру особенно. Не, в принципе, я как бы окей смотрю на то, когда ты видишь чувака, да, ну, то есть ты дохлюком его видишь, но тебе почему-то не дает до него доплюнуть. Там, такое бывает иногда. Но если ты прямо его даже дохлюком не видишь, то ну такое. Давай четверочку. Нет, это блюмон. Ну, конечно, фиг попадешь. Может, он еще невидимый, этот снайпер, когда пришли. Ну, это, конечно, попадает, блин. На этой карте против него хорошо заходят раш двумя бутонами элитными, подкачанными зеленым. Там два дрона и литон обычный. Вот этот отряд его просто раздирает. Почти на всех картах, кстати. О, а вот и, собственно, снайпер. Нормально, молодец. Давай за полной души дохляка. Да, он тебя увидел здесь? Очень любопытно. Смотри, дохляка будет 75%. Если он вплотную будет стрелять, для него ничего не изменится. То есть в целом, если он не испугается и будет стрелять, скорее всего, он тебя заберет, твоего стража. Ух, ты это видел! А, блин, он подкачивает кого-то.
командира, может быть, но он дурной, если он будет командир. Хотя с командиром, может, и заберет. Просто вот этот чувак умрет на следующем ходу, у него гарантированно. И, потому что у тебя выживает твой. Да, Вишен, дурачок, ты, мол, командира убиваешь по гарантии. Ну да. Ну, то есть, нет, у него есть шанс, 30% у него где-то такое будет. Он может, в принципе, если он повезет. Но, видишь, нет. Нифига. Ну вот, а секторе ты придешь, убьешь ему точно. И все зависит от того... Вообще, он дурачок, ему нужно было тебе закидывать пси вот этого твоего стража, который сидит. А, ну, или так. Но сейчас тут уже будет поменьше. Да, видишь, у него криты прошли, он попал. Так что, это. Чего? Это... Да, видишь, я тебе говорю, тем более ему очень везет на попадание, поэтому это... Вот ты, кстати, можешь, знаешь, что сделать, в теории? А, ты можешь подойти своим вот этим... Хотя не знаю, слушай. Мне кажется, тебе нужно убивать дохляка и вот этого пацана. Хотя тебе гранаты убьют все равно. Не знаю, мне кажется, тут у тебя уже ситуация такая, конечно. Только если сектоидом сейчас заберешь его дохляка, тогда ты сможешь. Ну да, видишь, такое. Ну, дроном еще можешь добрать, кстати, в целом. Ты еще можешь повезти, ты можешь дроном увидеть его сектоида и завалить. Да, мне кажется, ты его сектоида видишь, нет? Вот, который качает. Не видишь. Ладно, я ему отомщу за тебя после этой игры. Слушай, у тебя еще вариант, ты можешь отбежать чуваком с одним хп, вообще как можно дальше назад отбежать и убить ему этого осьминога. Если ты можешь подальше просто уйти куда-нибудь, прям вообще рывком дальним и спрятаться где-нибудь. Кстати, защита 30 за счет костюма, так что в принципе он может промахнуться по тебе рывком. А, ты же медпакет не взял, да? Да, у тебя нет медпакета. Тебя отравят просто. Нет, я действую флешками. Не действую, то что... Не, он стрелять, видимо, собрался. Промахнись, промахнись. Давай, промах, промах, промах. Не, попал. Против него надо сканера брать, потому что он всегда вот этих осьминогов берет невидимых, всегда, вообще каждую игру почти. Ну, у него два таких, у него, по-моему, еще один есть, пацан. Уверен? Ну ладно, смотри сам. А, ну, кстати, ты типа дроном взрываешься, убиваешь ему этого и типа забираешь, ну смотри. Я, слушай, может дроном его добьешь, типа, попытаешься? А если кто-то на разведку сходишь? Ну, типа, подойти вплотную вообще, если что, взорваться сможешь. Если там тебе меткость не устроится, можешь взорвать дрон.
ты не долетел, типа, нифига. А чё ты не долетел-то? Странно. Ну, может, попадёшь, смотри. Да, отлично, молодец. Топчик. Пробеги сектоиды на разведку сначала. Тебе говорят, там... смотри, у тебя есть другой вариант. Ты можешь отступить и сектоидом отличиться. Во, ты можешь себе пацана отличить сектоидом по единичке. Просто. И вернуться потом во всеоружие. С полным ХП. И тебе придется подождать 5, много ходов, короче, для этого. Ну, смотри сам, в принципе, мог бы делать. Ну и тупо умный его достанешь. Паскань, кстати, мне показалось, что у него кто-то еще здесь сидит. С другой стороны контейнера. Да. Посмотри, что у него там. Ладно, ты уже не успеешь Паскань, ты что тебе здесь это. Ну, тупоумие, мол, просто и все, и вариантов не особо.